центре творчества детей и молодежи Пинского района, что в деревне Пинковичи, регулярно проходят различные мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодежи. Вот и в этот раз на сцене центра прошли районные этапы 4-го республиканского смотра конкурса «Лидер года 2016» и 5-го республиканского смотра конкурса пионерских агитбригад «Зажги костер добра». Это, конечно, делается с целью развития, с целью поддержки детских молодежных инициатив, детского молодежного движения у нас в Пинском районе, чтобы наши дети были вовлечены в социально значимую, активную деятельность, имели активную гражданскую позицию на будущее нашей страны. 5 агитбригад, представляющие школы Пинского района, выступали в 3 номинациях: «Всегда готов», «Тимуровские звезды» и «Тимур и его команда». Всем участникам необходимо было показать свои организаторские и артистические способности. Всегда в пути, недаром каждый всем людям радость принести. Преодолеем все преграды, грусть развеем поскорей. Улыбка будет нам наградой, с улыбкой станет сердце тимуровцы. По итогам всех конкурсов, по мнению жюри, лучшими оказались ребята Пинковичской школы. Кроме этого, на мероприятии подвели итоги конкурса детского рисунка «Подружись со спортом». Участие в нем приняли более 200 мальчишек и девчонок. Однако только лучшие были удостоены наград. Все дети постарались. Действительно видно, что переживают, тем более в этот олимпийский год. Тем самым подчеркивая, что они не только умеют рисовать, но также любят спорт, поддерживают его и занимаются им. Здесь же 5 самых активных ребят приняли участие в конкурсе «Лидер года». Его участники – самые мотивированные ребята с уверенной гражданской позицией, которые уже проявили себя в учебных заведениях. Победителем здесь стала Ульяна Трушкевич из Оснежинской школы. Кстати, она получила право выступать на областном этапе конкурса. Как таковой лидер не может существовать без своей команды, именно настоящий лидер, поэтому я очень благодарна своей команде за взаимопонимание, поддержку, терпение, конечно же. Без них я бы не справилась, это важная часть вообще самой победы, а также педагоги, которые помогали. Я думаю, что все дело в том, что мы все вместе, в том, настоящая команда. На областном этапе конкурса Ульяна Трушкевич заняла 2 место. Впрочем, такая победа стала возможной благодаря ее группе поддержки. Конкуренция была велика, много было участников, все показывали достойный уровень, но нам посчастливилось там поучаствовать и посмотреть не только, как мы выступим, но и принять опыт от других педагогов, от других участников. Было очень интересно, но утомительно, потому что это все длилось очень долго, около 4 часов. Но никто не ожидал такой победы. 2 место в конкурсе для нашего района – это честь. Лидер – это ведущий человек, способный повести за собой, пробудить интерес к общему делу. Лидер стремится сделать все для достижения общей цели. И, несомненно, подобные конкурсы способны раскрыть в ребятах потенциал настоящих лидеров.